Доброго времени суток, друзья, вы на канале Hard Reset Info, перед нами Xiaomi Mi 10 Pro, и в этом видеоролике мы вам покажем, как переименовать этот телефон во время подключений по сети. Для этого, зайдя в настройки, выбираем пункт о телефоне. Здесь у нас есть имя устройства, можем написать что угодно, и дальше, именно так, как мы здесь напишем, наш телефон будет называться во время подключения по Bluetooth, во время раздачи мобильного интернета и других вот всяких таких вещей, связанных с сетью. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, и всего хорошего. До свидания.